Коммунальные службы – одни из тех, кто, несмотря на режим чрезвычайного положения и комендантский час, продолжал свою работу по очистке улиц. Какие меры принимают в Усть-Каменогорске, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов, расскажем далее. Насыпи снега вдоль дорог вызывают вопросы у жителей областного центра, ведь перепад температуры, таяние снега может привести к гололеду. Между тем, представители коммунальных предприятий с уверенностью говорят, что работа ведется непрерывно. Это видят и горожане. В целом хорошо уборку проводят коммунальные службы, нормально работают. Летом тоже метут. Город чистый, я бы сказал. Ну иногда бывает такое, но в целом устраивает. Очисткой города Усть-Каменогорска от снега сегодня занимаются около 160 человек. Задействовано 130 единиц техники. Мы работаем круглосуточно. Даже в условиях чрезвычайного положения мы, как видите, не прекратили свою работу. Главная задача для нас – содержать город в чистоте. На сегодняшний день коммунальные службы убрали 46 тысяч кубометров снега. Как заверяют представители предприятия, они успеют вывести оставшийся снег до тех пор, пока не потеплеет. Отметим, что на очистку города от снега выделено 26 миллионов тенге. Алексей Сафонов, Медет Джумабай, Евгений Щетников, Алтай Акпарат.